Всем привет! С вами сегодня Даша, преподаватель бариста Лиги Универ. И мы готовим очень простой напиток. Это будет раф на овсяных сливках с банановым молоком. И немного арахисовой пасты мы добавим в эспрессо. У меня уже практически все готово. Нам осталось добавить банановое молоко в питчер со сливками. Далее мы эспрессо, смешанный с арахисовой пастой, добавляем в смесь сливок и молока, вернее не молока, и добавляем сверху карамельный сироп для сладости. Сейчас я все это взобью, и дальше можно будет подавать напиток. Мы переливаем раф в стакан, осталось сверху украсить посыпкой из толченого овсяного печенья. Все готово, можно пить.